Здравствуйте! С вами программа «Дела домашние» и я, ее ведущая, Ксения Салтыкович. Мода переменчива, как погода в Уральском регионе. И в этом большое преимущество. Можно не зацикливаться на чем-то одном и каждый сезон находить новые варианты. Классика жанра – белая блуза и черная пышная юбка чуть ниже колен. Также в этом сезоне актуальны пальто без рукавов, платье с асимметричным подолом и спокойные оттенки. Новая модная вещь или любимая вкусняшка – вот уж непростое решение для девушки. К счастью, в этом сезоне терпеть муки выбора не придется. Коллекции все как на подбор. Сладкие, вкусные и такие привлекательные. Белый верх, черный низ. Юбка берет на себя ведущую роль благодаря активному принту с растительными мотивами. Заметьте, длина макси. Все по канонам, которые держатся в тренде уже несколько теплых сезонов. Просторная блузка с вертикальной линией делает силуэт утонченным. Ничего лишнего. Можете увенчать композицию кремовым пирожным с шоколадной обсыпкой и вишенкой. Вы теперь обе смотритесь аппетитно. Когда на улице жара, особенно в ходу прохладные оттенки. А белый с голубым наталкивает на мысли о гжели. В этом комплекте как раз обыграны такие модные мотивы. Детали на юбке в оттенке джинс выгодно обыгрывают талию. Смотрится хорошо и на свидании, и в офисе. В этом и прелесть летней коллекции. Беспроигрышно, как коробка шоколадных конфет. Осталось только выбрать любимую. Прямые брюки и свободная блуза с крупным украшением. Вот как должна выглядеть летом городская модница. Сочетание темного и светлого и хитрый крой верха – хороший ход, чтобы спрятать живот. Комплект сочетает в себе сразу две капсульные вещи. Отличное вложение в вечно модный гардероб. Это как шоколадная конфета к чашке чаю. Лишним никогда не будет. Белые капри. О них даже говорить не стоит. Это просто must-have. Стильные, удобные и прекрасно сочетаются с цветным верхом. Ориентальная тематика как никогда популярна. Мандалы, растительные узоры, сочные композиции придадут образу долю изящества и индивидуальности. Всем нравится стиль боха. Почему бы не попробовать? Позвольте себе яркости, как в детстве позволяли леденцы на палочке. Предпочитаете взрывы цвета? Выбирайте оттенки по вкусу. Теплые, терракотовые, притягивающие взгляд. И кто сказал, что горизонтальная полоска не для полных? Контраст и правильная ширина зрительно сузит талию и выгодно подчеркнет изгибы. В дополнение легкие брюки, модные многослойные украшения и горсть конфет M&M's. Тренироваться в вопросах колористики. Если у вас еще нет прямых голубых джинсов, скорее по магазинам. С их помощью можно создать целое море свежих летних капсул. Дополните оригинальным кардиганом без рукавов и длинной белоснежной майкой. И даже самым жарким днем вы будете чувствовать легкую прохладу и восхищенные взгляды. В дополнение к вертикальным линиям – каблуки и украшения. Как мятная резинка в завершении десерта. Прохладный вечер можно накинуть на плечи модный плащ. Выбирайте трендовый горох или яркий красный на фоне зеленого города. Вариаций масса, легкое платье или классический черно-белый комплект. В любом случае вы будете в выигрыше. Когда вокруг столько сладкого, отказывать себе грех. Выбирайте самое вкусное, модное и приносящее удовольствие. В конце концов, это и есть секрет маленького женского счастья. Совет для сладкоежек. Если вы придерживаетесь правильного питания и при этом не можете отказаться от сладкого, замените конфеты сухофруктами. Чернослив, курага и инжир не нанесут вреда фигуре. Также не возбраняется зефир и мармелад. Такой десерт на завтрак – лучший вариант. Новое поступление весенней коллекции в магазине немецкой одежды больших размеров «Олла Попкин». Ждем вас в Теркогорке, второй этаж. «Олла Попкин» – мода, которая подходит мне. Летом начинается пора свадеб и для будущих молодоженов, а также их родителей и подружек невесты будет не лишним узнать, как создается свадебный декор. Авторская нотка приветствуется во всем, даже в организации свадьбы. Светлана профессионально занимается декором, и сегодня она покажет, как из обыденных вещей сделать ювелирные изделия. И первыми в ее руках оказались фужеры для жениха и невесты. Нам нужно выбрать объект, кусочек на бокальчике, и уже потом начнем его декорировать.
За основу мы взяли маленькие бутоны роз. Чтобы подчеркнуть единую стилистику, эти цветы могут быть использованы в букете невесты, в украшении стола и в другом декоре. Добавим тесьму из бусин, а с помощью крупных жемчужин расставим акценты. Свадебный орнамент используем традиционный – кольца и голуби. Чтобы наш бокал ожил, нам надо сделать контуром различные узоры. То есть мы используем контур белый, белого цвета, по бумаге или по стеклу. И последний штрих – декорируем ножку. Бокалы для молодоженов готовы. У Светланы на все ушло 10 минут. Новичкам времени понадобится больше, но результат оправдает все ожидания. Следующие на очереди в технике хендмей – приглашение на свадьбу. Чтобы края получились ровными, с помощью ножниц отмечаем места сгибов. Изящным кружевом украшаем края открытки. На помощь приходит все тот же клеящий пистолет. Получается прочно и быстро. Из искусственных цветов и тонкой тесьмы делаем крепеж. И, наконец, берем в руки акриловые краски. Наша открытка практически готова. Осталось монтировать перламутровые бусины и написать приглашение. Чтобы нам задекорировать бутылку, нам нужно сначала закрыть ее фон. Для этого мы используем грунт. После того, как грунт высохнет, можно украсить в унисон бокалом, бусинами и цветами. А с помощью трафарета нанести интересный узор. Или же, как в нашем случае, обернуть в кружевной фетр и декорировать атласной лентой и бусинами. Я делаю этот декор, чтобы для вас и для ваших близких ваша свадьба была самой прекрасной, самой интересной, самой красивой и, конечно, оригинальной. Изделия ручной работы всегда наполнены особенным теплом, ведь дизайнеры вкладывают в них частичку своей души. Попробуйте украсить привычные вещи и вы. Имя победительницы второго сезона известно. Впереди финальное преображение. Лицо, грудь или ноги. Что изменит хирурги в этот раз? 17 мая в 11 часов дня. Будьте онлайн. Пластическая операция в режиме реального времени. Без монтажа и купюр. Сайт telefakt.ru. Создание декора – увлекательное занятие, а главное – творческое. Для начала возьмите образец для подражания. А как воплотить идею в жизнь, поймете в процессе. Многие мамы, сидя в декрете, открывают в себе множество талантов, в том числе и дизайнера. Об этом мы узнали, побывав на слете мам. Декрет и маленький ребенок – не повод сидеть дома и замыкаться в себе. Фитнес-знаменитость Александра Версаль призывает проводить время активно, с пользой для души, тела и дела. Главный девиз восьмого слета – «Мир, мать, май». Каждый раз у нас локация меняется. Так как сейчас май, тепло, мы решили устроить пикник для мамочек. У нас уже собралось очень много народу, но мы еще сейчас ждем, я думаю, будет намного больше. Все традиционно – шашлыки, овощи, фрукты, сладости для детей, игры. То есть будем сейчас устраивать веселые старты. Дает старт и настраивает на спортивный лад ведущий Арсен Карапетян. Недавно он второй раз стал папой. На таких мероприятиях он свой человек. Я знаю, что это такое, а есть ребята, которые становятся папами впервые или мамами, да, для них это очень важно, вот сохранять семью, уют и, знаете, чтобы все было по-домашнему. Прыжки в длину, упражнения с гантелями, приседания, физическая нагрузка на свежем воздухе в удовольствие. Повсюду раздается звонкий смех, малыши знакомятся друг с другом и вместе с мамами проходят все испытания. 96, 97, 98, 99, мы всем занимаемся, мы гуляем, у нас спорт, у нас зарядка, у нас бассейн. Масса развлечений. С самого первого слета мы ходим. Мне понравилось, что здесь можно познакомиться с разными мамами. Все мамочки интересные, все успешные. Каждый занимается чем-то интересным, каким-то своим делом. Ну, здорово. В перерывах между веселыми стартами показывают свое мастерство воспитанники детской спортивной школы. Get the
популяризируем наш вид спорта, бокс и кикбоксинг, для того, чтобы мамам было проще и легче в дальнейшем определить своих детей для спортивной карьеры. Активно проводить время в декрете становится доброй традицией. На слете мам весело всем, и взрослым, и детям. Сегодня программа «Дела домашние» получилась в спортивном русле. Ведь скоро лето, а значит, медлить нельзя. Советую всем, кто еще в раздумье, скорее браться за дело. И заниматься спортом. Ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Это я вам обещаю. К летнему сезону любители фитнеса готовы. День рождения клуба – отличный повод продемонстрировать физическую форму, спортивный дух и атлетическое телосложение. Вместо праздничного торта – испытание на силу, ловкость и выносливость. Праздничное настроение у всех, заряд спортивный боевой, все готовы, так сказать, настроены побороться за призовые места. Для мужчин будет выполняться такие силовые упражнения, как жим лежа собственного веса, удержание веса перед собой. Для девушек тоже статическая нагрузка будет тоже выполняться в виде удержания веса в приседе и сайклы. Соревнования среди клиентов клуба по всем спортивным канонам – справедливое и дружеское. Остальные активно болеют. Это придает состязанию особый колорит и атмосферу. Как можно сдаться, когда на тебя смотрят такие девушки? 98, 100. Показать лучший результат, проверить свои силы и отстоять честь команды. И это подстегивает к подвигам. Тяжело, очень интересное соревнование получается. Вот. Ну, для себя личный рекорд получился. То есть, ну, столько не подтягивался еще. Соревнуются на пределе своих сил не только парни, но и девушки. В программе упражнения на силу и выносливость. С каждым разом задачи только усложняются. Эмоции переполняют. Вообще все круто, все устраивает. И жесть, короче, классно все. Все отлично, тяжело. Но терпимо. Главная спортивная фишка – это, конечно, командность и чувство локтя. В прохождении некоторых испытаний приходится проявить смекалку. Это непременно сплачивает единомышленников. Когда в любимом фитнес-клубе царит такая дружеская атмосфера, занятия прогуливать как-то не хочется. И это только на пользу. Все, молодцы, молодцы, закончили! Совет для тех, кто решил заняться спортом. Начните дома с отжиманий. Это одно из величайших упражнений. Задействует практически все мышцы. Главное условие, которое нужно соблюдать, это прямая спина от макушки до самых пяток в каждой фазе упражнения. Фитнес-клубы «Проспорт» – это 40 видов аэробных направлений, кардиозоны, сайклы, 150 самых современных тренажеров и сотни фанатов по всему Челябинску. А главное – 15 лет опыта, дружеская атмосфера и профессиональный подход. ЦРК «Фокус» и шоссе «Металлургов» 5-3. Присоединяйтесь, сделайте нового себя! Эстетичный, грациозный и чисто женский вид спорта. Художественная гимнастика сродни искусству. Выступления гимнасток всегда зрелищны и эмоционально насыщены. А с какой легкостью и виртуозностью они владеют предметами. Кажется, что все так просто. Но если неподготовленный человек возьмет ту же скакалку, у него вряд ли что-то получится. Ведь за этим стоят годы тренировок с самого детства. В спортивном корпусе Гипромеза соревнования по художественной гимнастике уже традиционны. На первенстве школы Олимпийского резерва ЧТЗ самым взрослым спортсменкам только исполнилось 11, малышам всего 5. То, что я вижу сейчас, и то, что я вижу в течение тренировок, да, ну, во-первых, очень сильные, я считаю, и хорошо подготовлены 2007 год. И дай бог, и много детей, способных и хорошо подготовленных. 2008 год. Их просто, ну, их пока просто немного даже по количеству, которое мы выбрали. Тоже есть детки хорошие. Но вы же понимаете, если детей выступает 20, и с детьми хорошо профессионально работают, то, конечно, более сильных детей будет больше. В
каждой возрастной группе свой набор упражнений. Обязательно шпагаты разных уровней сложности, выкруты, мосты, упражнения со скакалкой. Оценивается как общая физическая подготовка, так и специальная. От судей не ускользает ни один нюанс. Доли баллов могут решить, кто сегодня окажется на пьедестале. Маленькие дети у нас дают только поперечный шпагат, потому что это более простой шпагат для детей. А дети, например, 2005 года рождения, они, конечно, сдают 3 шпагата, и они уже сдают с определенной высоты. И с этой высоты, там, 40-50 сантиметров, они уже должны, у них бедра должны лежать на полу. Естественно, все надо делать ровно и правильно. Эти упражнения – основа основ. В будущем от техники их выполнения будет зависеть успех гимнасток. Насколько ребенок уверенно чувствует себя на ковре, искусно владеет предметами. Подходим ручками. Раз, два. Художественная гимнастика – достаточно травматичный вид спорта. Поэтому главный тренер Елена Богатова советует не перегружать малышей в самом начале спортивной карьеры. А тренерам придерживаться правила «не навреди». Я считаю, что лучше двигаться систематически, спокойно, тренироваться очень профессионального, умного тренера. То есть это должно совпасть, безусловно, и родители должны быть заинтересованы. Потому что очень часто, к сожалению, дети способные, которые в маленьком возрасте показывают результат, они так быстро устают от всего, от тренировок, от внимания, от концентрации, что просто очень рано, к сожалению, заканчивают. Каждый год в школу художественной гимнастики приводят 1000 девочек. Остаются единицы, самых упертых и талантливых. Шаг за шагом, совершенствуя свои способности и тренируя тело, они достигают спортивных высот, выступают на международных соревнованиях, становятся мастерами спорта. Гимнастика – спорт, безусловно, красивых людей. И каждая победа над собой вселяет девочкам уверенность в себе и в своих силах.